Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг. Прятки в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайкусики. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. И вы прекрасно знаете, что сейчас нужно делать. Конечно же, влепить огромный иди извращенец, огромный палец вверх и мне на видос. И этому извращенцу набираем по 15 тысяч лайков, и сразу же выходит следующая серия «Троллинг. Прятки». Поэтому давай, побежали, побежали! В чем смысл моей сегодняшней карты? Кто не смотрел предыдущую серию троллинга, то я там выявил новую механику Майнкрафта! Гений! Гениус просто! С помощью минигана и также взрывных патронов. С помощью этого сочетания Евгений может улетать в космос, подстреливая под собой блоки и тем самым взлетать. Ну, короче, ребята, вы все сами поймете в этой серии. А, в принципе, больше ничего. Не, я хотел вам еще, конечно, сказать, только по секретику. Сейчас, никому. Вы только прислушайтесь, никому. Подписаться на канал. Быстренько сейчас нужно подписаться на канал и жмякнуть на колокольчик. Только никому больше не рассказывайте. Подписаться на колокольчик всего лишь 2 секунды, а мне будет очень приятно. И вам, ребята, не сложно. Поэтому давайте мы потопали на карту Жеки, пройдем ее как можно скорее, и потом вернемся на мою карту. И затроллим прятками этого самого чудика. Погнали, погнали. Ну шо? Ну шо? А шо, Эдисон, короче, смотри. Такие дела, я тебе так расскажу. Короче, челленджа у нас нету, да? Ага. Но челлендж есть, потому что челлендж пол-это-лава. Все, я стал, все? Все, типа меня уже не заденет? Чего, куда не заденет? Ну я стал, я уже не на полу. Я уже выше. Ай! Упал. Я уже выше. Нормально? Не, на самом деле, Эдисон, я не знаю, что там у тебя происходит, потому что я сижу где-то в жопе. Вот, но пол это лава. Я понимаю, это уже понял, да? А, ну еще нафиг вышел, все, жопа от Майнкрафта, согласен. Спасибо за просмотр! Всем удачи, всем пока! Первый дубль неудачен. Я тебе сразу дам подсказку. Короче, смотри, ты должен ловить суть карты. Ты находишься в торговом центре, и да, и тебе не нужно падать в лаву. Вот что хотел тебе сказать. Да ладно, да ладно. Хорошо, я зашел в этот торговый центр. А как мне, куда мне дальше пойти? Смотри, там ты можешь прыгать еще на ковры и на прочую фигню. Смотри, чтобы тебе было проще, ставь спаунпоинты по мере того, как ты будешь продвигаться по торговому центру. Как ты хочешь, чтобы я из-под арки перепрыгнул на 2 блока вперед на ковер? А там специально над тобой невидимые блоки, ты можешь подпрыгивать спокойно, и ты не будешь биться башкой, понимаешь? Вот оно шо, вот оно шо. Да-да-да. Что-то у тебя все равно... Твою мать! Эдисон, я старался, я хотел, чтобы как бы ты помучился. А! У меня получилось. Я зашел, хорошо. Ах ты зашел. Да, я зашел, видишь, вот как, я взял и зашел, так, хорошо. Ты, конечно, молодец, так ты мне расскажи, вот ты сейчас где гуляешь? В лаве, я гуляю. Твою мать, я спаунпоинт не поставил! И все, так, хорошо. Смотри, у тебя как бы целый торговый центр. Делай, что хочешь, такие магазины. Магазины. Есть фудкорт на первом этаже. Да. Нихрена себе, что я типа могу похавать? Да, там есть всякие какие-то непонятные хрени, вот. Это как? Непонятные хрени? Там KFC, Макдональдс, лава. Пол это лава. Я это уже прекрасно понял, на самом деле. Пол это лава. Хорошо. Будут какие-то подсказки в этом нереальном челлендже? Да, подсказки будут. Я тебе предлагаю тебе упасть в лаву. Мне не нужны такие подсказки, на самом деле. Не, ну ты подожди, Эдисон. Как бы, возможно, ты меня найдешь вообще за минуту, как в прошлый раз, поэтому я хочу, как бы, чтобы ты там мне помучился, да? Вот, над тобой поиздеваться хочу, а потом уже помогу тебе. Меня рыба убила, понимаешь? Рыба какая-то, рыба! А это вот рыбное кафе. Ах ты ж паскуда. А вообще, ты знал, как называется этот торговый центр? Писюнковый торговый центр? Да, писюлерея. Писюлерея. Ёхали, какой у тебя красивый торговый центр, писюлерея. Хорошо. Спасибо. Я старался, честно тебе признаюсь. Да, я даже не сомневался. Вот, Эдисон, я тебя Ой, вот я как раз хотел тебе об этом сказать. Спасибо, что сказал, да, спасибо, что стыдно. Ты шо мой торговый центр крепкий? На! Всех перестрелял, понимаешь, всех! А ты еще лук, да, взял на входе? Да. Ты молодец. Вот, а пол это лава. Паскуда, просто понимаешь, паскуда.
Да. Эдисон, да. Ты вот скажи мне, а что ты исследовал на втором этаже? Где что, что есть на втором этаже? На втором этаже я пока ничего не исследовал, потому что тут ничего нету, вот. Да. А, да? Ну хорошо. Да, там на самом деле некоторые закрыты. Кухни. Невидимые блоки, в смысле, а как мне сюда пройти? Или туда мне не нужно? Это просто для вида, да? Да, троллфейс эти. Пол это лава. Так, ну хорошо, хорошо. Пол это лава, да, как я понял? Это лава. Да, 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 пол это лава. Пол это лава, это опасная лава, я тебе так скажу. Вот ты там зайди, еще есть хрешка, магазин хрешка. Кто есть, кто есть? Магазин хрешка называется, хрешка. Да, хрешка. Это как? Какая хрешка, не могу понять. Ну там магазин хрешка, там одежда продается. Вот. Хрешка? А-а-а, хрешка! Все понятно, все понятно, да-да-да. Все понятно. Что-то сейчас было, ладно. Окей. Все нормально. В смысле, что было? А, ну давай, признавайся, ты гем, Жека. Короче, Эдисон, я тебе так дам подсказку, потому что я как бы, ну, не хочу, чтобы ты мне искал всю серию. Я нахожусь на первом этаже. А, ты на первом этаже. Да. А чё я на втором делаю, у меня такой вопрос? Я не знаю, просто... Не, я не на втором, я просто плаваю, так что нормально. Нормально, нормально, да, все сойдет. Так, ты на первом, значит, да? Негодяй. Негодяй такой называется, негодяй. Да не, я просто секс палился, ты меня все равно не заметил. Вот хорошо, это на самом деле реально хорошо. А, это хорошо то, что... Ага. Ясно. Ясно, ты меня дуришь, как я понимаю. Ты меня очень даже дуришь. Да нет, ты прям на меня посмотрел на самом деле. Ууу, развлечение! А что ты делаешь? А, ты катаешь на вагонетке, как я понимаю? Да, очень быстрый такой. И что мне делать? Не знаю, там перевод. Умирать, нет. Скорее всего, умирать. Как я понимаю, умирать. Вообще надо растишку, растишку есть? Растишку. Да, растишка это хорошо, на самом деле. Ку-ку! Так, Жека, мне сейчас стрелы нужны будут, наверное. Да нет, тебе они не нужны. Да нет, нужны, у меня стрел больше нету, поэтому мне нужно стрелы взять, понимаешь? Так, хорошо. Гиф Эдисон пытается... Давай. Пасыба. Как много стрел, хорошо. Это очень даже хорошо. Я честно не знаю, почему я до сих пор не заметил, может это опять... Я тебе дам подсказку, ты еще вот не все исследовал ты. Вот, ты в правильном направлении движешься, я тебе так скажу. Правильном? Правильном направлении, так, хорошо. Я надеюсь, тут никаких потайных ходов нету, проходов в стенке, да? Никаких. Спасибо. Спасибо. Ну хорошо, так уж и быть, типа. Смотри, я такой бегу, да? Потом бегу сюда. А там все заразен! Да нихрена себе! А как я должен там тебя быть? Как? Как я должен был? Я всю серию прыгал. Я как бы, да, я поэтому тебя и заметил. А если ты не прыгал? Ну так я ж прыгал. Ай-яй-яй, Евгений, так нечестно, мне кажется. В смысле, так я ж прыгал? Читер какой-то. Все нормально, все как бы было просчитано. В смысле, ты понимаешь, в чем просчитано? Окей, давай мы так сделаем, да? Смотри. Типа, если я возьму, да? Нет, не надо. Нет! А чё так мало взорвалось? Чё так мало взорвалось, Жека? Мне кажется, так не делается. Если так мало взрывать, то совсем... Не надо. Не надо, убери. Ну хорошо. Убери как. Я пошёл прятаться, давай. Евгений. А пол это не лава. Не, у меня пол это не лава, у меня самый нормальный, адекватный людской челлендж, поэтому заходи. Мне кажется, это. Не, короче, ставь спаунпу. А, ты мол, ты уже подставил, какой умничка, смотрите на него. Я уже все поставил. Вот ты молодец. Поставил. Я на самом деле уже где-то под землей, я случайно провалился. Под землю? Ну хорошо. А в общем, у меня гетто, понимаешь? У меня гетто в этой серии. Гетто, понимаешь? Гетто это... Я хотел изначально построить GTA 5, да, но что-то не совсем получилось. Вот. Миниган эксплозив аммо. Ну кого? Да, кажется, я понял. Сейчас я буду кого-то что-то тут все взрывать, да? Не-не-не. Да, давай начнем с того, что есть правила на карте. Ты не можешь... Да, я могу все взорвать. Нет. Ты не можешь стрелять ни во что, кроме камня. Понимаешь, камня. Хорошо, а вопрос такой. Я провалился вниз, и тут есть выход отсюда?
Не знаю. Да, там есть, там есть. Там, там есть выход. Да, я уверен, что там есть выход, но тебе его нужно найти, понимаешь? То есть мне киляться не надо? Нет, тебе киляться ни в коем случае не надо, не надо суицидоваться, не надо, понимаешь? Ну, типа, ты хочешь, чтобы я в машину как-то, да, прыгнул или как? Нет, там есть выход. А, не-не-не, вот все, я понял. Там есть выход, и ты его можешь найти. Нашел? Да-да-да. Машины, в машинах, возможно, что-то будет, поэтому ты проверяй. Если ты уже нашел Эмму, если ты пули уже нашел, то, возможно, ты еще что-то найдешь, понимаешь? Ну, мне кажется, я должен найти сам миниган. Да, а где он? Где он? Мне кажется, в одной из машин, но это... Хотя фиг его знает, мне кажется, ты меня просто обманываешь. В одной... Да, в смысле обманываю? Я тебя вообще когда-нибудь обманывал? Стоп, а в этой машине вообще нету карго или что? Или не могу посмотреть? Да, нет, в этой машине нету карго. Ах ты ж, конечно таки, да, нету там карго. Так, подожди, я уже все посмотрел машины. А, ну значит там ничего нету, да. Хорошо, надо двигаться дальше, надо... Так, спаунпоинт поставлю, тут где-то в жопе поставила. Так, в камень, в смысле, вот сюда, да, где я сейчас хожу? Стрелять, да? Ну, наверное, да, где-то там, где ходишь. Так, хорошо. Я еще не был за железной решеткой, мне кажется... Там что-то должно быть! Думаешь? Кстати, возможно, да. Кстати, там возможно что-то будет, но ты также еще не был... А, да, только как туда пробраться? Да, да, да. Вот это... Именно это я и хотел сказать. Да, как туда пробраться? Значит, пока никак. Значит, тебе нужно идти вот в тот оранжевый домик, понимаешь? В который тоже никак я не могу пробраться. А, нет, есть дверь. Дурак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да там все изи, на самом деле. Так, подожди, а как мне тут... Там все на самом деле очень просто. Просто берешь такой пик, так, хорошо. Я наверху. Ты что, ты такой жестокий уже? Ты такой уже жестокий, так быстро так, забрался? Да, но только я не понимаю, зачем, если я сюда забрался. Нет, ты смотри, а на первом этаже ты пропустил ключевой момент. На первом этаже там мне было. Ты опять обманываешь. Не, ну серьезно, там было возле аквариума. С правой вроде стороны, возле стены. С правой стороны. Да, вот там посмотри, возле аквариума там что-то было. Что тут, ничего тут нету? Так посмотри внимательнее, я возле аквариума. А точнее, возле аквариума, а точнее, над аквариумом, ты что-то видишь? Картины вижу. Над аквариумом посмотри. Над аквариумом. Значит, ты не над тем аквариумом смотришь, посмотри с другой стороны. Типа какие-то... Что ты мне... Ты непонятно, что ты говоришь. Посмотри над аквариумом. Внимательно. Да, тут есть картина, еще одна картина и факела, все, что есть над аквариумом. Вот, и у меня к тебе возник вопрос, красивые ли картины вот там, я просто когда ставил, не заметил. Я тебе больше вообще доверять не буду. Вот, то есть я ему даю нормальные подсказки, да? А у меня тут какие-то деревья, вообще, вот все, давай там сиди. И жди меня там, я сейчас приду. Я тебе помогаю, понимаешь, я тебе помогаю. Что ты тут еще, а нафига я вообще наверх забирался, ничего понять не могу. Вот здесь что-то типа можно посмотреть, что внутри. Да. Коин-лис, хеликоптер-лис. Что это за хрень вообще? Ну, не знаю. Не, это просто для украшений, понимаешь? Это просто дизайн. Дизайн. А как тогда? Где тут что-то может быть? А, может в картинах что-то? А, все нашел. Миниган. Молодец. Видишь, я тебя не обманывал. Твою карту. Не-не-не-не. Давай, ну, Жека. Не, давай мы ничего не будем взрывать, хорошо? Давай. Давай! А что на ней? Давай! То есть ты говоришь, ничего кроме камня не взрывается. Да, ничего кроме камня. Он не взрывается. Вот, как раз таки тебе нужно для этого, чтобы подлетать, понимаешь? А я же умру. Нет, ты не умрёшь. Я не умру! Там же... Что ты там заметил? Что ты там заметил, а? Так, подожди. Ёкарный бабай, 2 хп осталось! Так, подожди. Сложно, это новая механика Майнкрафта, понимаешь, новая механика. Да! Ой, нельзя же не вышло кроме камня. Да, сорян, там тебе немножко дорогу попортил, но это не важно. Значит, ты понял, да, куда тебе нужно попасть? Я понял, да. Так. Смотрите, летает он. Опа, молодец. Приземлилась я. Как он хорошо летает, вот. А если он еще летает, типа, а если бы он пошел туда, в другую сторону, да, вот туда, ты бы нашел там другого чувака. Но ты сразу спрыгнул вниз, а тебе нужно было по лестнице двигаться дальше, понимаешь? Да. На вторую крышу, вот. Если бы ты туда зашел, было бы все зашибись. Но я на самом деле не понимаю, почему. То есть мне заново нужно или как?
Я не знаю. Вот. Эй! Вот. Ты извини, если твоя карта сейчас взорвется, я не виноват. Да, мне уже без разницы на самом деле. Да? Да, но ты, главное, летай, да. Молодец. Да чё ж ты такой кривожопый, не можешь попасть туда, куда нужно. Понимаешь, просто берешь и стреляешь, да. Бери и стреляй. Сложно, это сложно. Да, да, ты бери и стреляй, я пока посмотрю. Угу. Куда ты посмотришь? Что ты там... Куда я вообще провалился? В смысле? Ты что, дурак? Ты где? Да, подожди, проблемы. Ну, у тебя дырка теперь насквозь карты. Спасибо тебе, спасибо. А-а-а, полетел. Смотрите. Да какая мазафакернша? Финки-па, о чем ты говоришь? Сейчас, подожди, ну я плечу. Молодец. Можно просто все нахрен разнесу? Да, давай. Я даю добро. Давай. Хорошо. Давай! Вали, всех вали, давай! Так, подожди, раз всех вали, значит ты что-то скрываешь от меня. Да, всех вали, давай, просто всех, разноси пух и прах, да, давай, всех, давай, прах и пух, давай. Ты же явно скрываешь. Я ничего не скрываю. Как же громко. Я ничего не скрываю, давай начнем с этого, потому что я ничего от тебя не скрывал. Эйсон, подожди, как, я не понимаю, что ты вообще, я не понимаю. Сложная, да, карта сложная? Ты такой чувствуешь, что ты не шоу, просто я как-то что-то уже сделал? Ты уже сделал? Ты меня ударил и столкнул в водичку. А, ну ты... Понятно. Я так и думал, на самом деле, что это ты. Но вот потом ты ничего не сказал, думаю, ладно, значит, это не ты. Видишь, какой у меня искусственный интеллект? Я уже... А, не! Не надо меня бить. Не надо. Ты что, опять хочешь всю карту разнести? Да нет! Не надо! Лучше стреляй с минигана, не бей меня. Чё так банально, а? Чё так банально, я тебя спрошу? Всё нормально. А, Евгений. Ты что, дурак, ты свою же карту разносишь? Да нормально. Всё было под контролем. В смысле под контролем? Ничего не было под контролем. Всё было нормально. Вот лава. Хорошо, ребят, мне кажется, на этом стоит уже заканчивать серию, мне так кажется. Да, потому что от карты уже вообще ничего не осталось. От карты уже ничего у нас не осталось, потому что... В смысле, где? Ты должен сесть. Опа. Я просто невидимка, да. Все, теперь точно уже заканчивать. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте огромные пальцы вверх и на мой видос, и на Жекин видос. Набираем 15 тысяч лайков, и сразу же выходит новая серия. Да, зайди, пожалуйста, соглашусь, ребята. А еще нужно подписаться на наши и на наши каналы. Куда подписаться? Да. На что подписаться? На инстаграмы? Да, и на канал. И на канал же самое главное, поэтому. Подписка, пиписка, лайки, и все будет супер. Вперед. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покидывай.